Сегодня, 14 сентября, на кыргызско-таджикской госгранице в местности Булак-Баши между пограничниками произошел инцидент с применением оружия. По информации погранслужбы Кыргызстана, наряд кыргызской стороны обнаружил наряд пограничные войска Таджикистана, который в нарушении ранее достигнутых договоренностей между сторонами занял боевые позиции на неописанном участке госграницы. Игнорируя законные требования кыргызской стороны покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь. В ответ пограничники Кыргызстана также применили оружие. Началась перестрелка между пограничными нарядами, в ходе которой таджикская сторона применила минометы. В результате разрыва мины от миномета один пограничник получил легкое осколочное ранение, второй военнослужащий – контузию. Позже таджикские пограничники открыли огонь по заставе Досток, расположенной в местности Коксай Баткенского района. В 14:40 перестрелка была прекращена, однако в 15:08 в местности Паскарык Баткенского района пограничники Таджикистана вновь открыли огонь по пограничникам заставы Самаркандык Баткенского пограничного отряда. Кыргызские пограничники открыли ответный огонь. Спустя время перестрелка была прекращена. Начиная с 8 утра в Баткенском районе периодически происходят перестрелки, спровоцированные таджикской стороной. Пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана проводят переговоры по прекращению стрельбы.